Здорово. Здравствуйте. Очень долго ты что-то лобби собирал? Прям долго. Минут 30, наверное. Это недолго. Что, уже стрим начался, да? Нет. Да. В общем, смотри, значит, ты у нас вчера играл с 11-летним мальчиком, да? Так, и он лучше тебе играет, все так. Сегодня я тебе привел маленькую девочку. Кто такая? Саша, заткнись. В общем, вот. Наслаждайся. Саша, я знаю, попал я в твои интересы. Она лучше тебя что-то... играет. Не знаю, она не играет. Что там? Карты. Вот единственный раз не написал метки своим союзникам на этой карте, что надо дропаться, и они сами не догадались. 1100, 1400. После нескольких тысяч игр как можно догадаться, действительно. Ну, их можно понять. Да, они ж тупые, их. Ну, тебе можно их понять, а мне сложновато будет. Я 1200, и дропаться уже умею. Но занять не умеешь. Не, ну, например, на гапе у меня почти с любой позиции, кроме... Ну, с любой позиции, кроме экова, у меня все начинается с дропа. Да. И чем заканчивается? Нет, реально эффективно, ты просто забираешь всю массу почти что на карте, кроме массы экономистов. То есть три инженерного центра, там три... Собрать два камня, потом три еще два камня и еще два камня. Великолепно работает. Везет тебе. А что, у тебя не так, что ли? У меня никогда так. Дропнуться нельзя? Я на гафе не... Ладно. Ну, как по мне, это выгодно, это... Я, короче, сегодня буду против тебя только играть. Нет, ты не будешь. В смысле? Я против тебя не руиню. А я не ставлю руинеров в лобби. Слушай, ну я не такой... Смотри, вон у тебя команда какая. Какая? Ты думаешь, среди них нет руинеров? Я думаю, каждый из них руинер. Ну что, их тогда пустил? Ну, надо... Вот опускать. Ну вот пустишь меня. Такой небольшой зоопарк. Нет, тебя я уже пускал. У тебя были шансы. Ну я... Да ты просто свои тактики это делаешь, а я к ним не привык. Привет, король. Но все равно, в принципе, две ближайшие игры. Не буду заходить. 20, ты имел в виду, ближайших. Не. Хотя, в принципе, 20 терпимо, это примерно 3 стрима. Ну, тогда 200. Нет. Да, вот именно на 200 игр я тебе буду говорить нет. Я... создам смурфа. Ну, я же я вычислю вам... руинера, это как бы... Думаешь, незаметно будет? Думаю, руинеров ты не можешь вычислить, они все похожи. Ну как, это идет, подыхает? Ну да, где? Вот, и в следующей игре что с ним происходит? Его уже не найти в следующей игре.
Что там на карте происходит-то? Руинеры руинят. Фронтовщик догадался. А чё, чьи это 5 мехов? Мои, что ли? А я ему сказал да. И ты думаешь, как он отреагировал? Он их не занимает. Ну, это на десерт. Не, зачем он тогда спрашивал, если занимать не хочет? Ну, подумать надо. Для профилактики? Сегодня это, кстати, вот помнишь тролля 1900 рейтинга? Это друг, да. Его прям фаешить надо. А он давно вот. Фае? Не, ну не просто как, он хуже Алтерида играет, я думаю. Мало того, что он скорость там занижает, то есть у нас на сегодня просто вылетело во время игры специально. Подключение хорошее, а потом бац, все, минус. Он ничто не подключало. Так делает регулярно. Не только на ваших постах. Слушай, Сид, ты один генераторами обстроил ленд-завод, но не аирный. Ну? Как ты это объяснишь? Я объясню это тем, что мне не придется сейчас реклеймить эти Т1 гены, чтобы построить Т2 клаирки. С рекламой бы 3 гены. Не хочу я реклеймить. Зачем мне их строить, чтобы потом реклеймить, что ли? Ты все равно их когда-нибудь зареклеймишь. Когда-нибудь. Но я не хочу прямо сейчас кликать. Это тупо. Я думаю, это неэффективно. Тебе не надо думать. Не надо. Это ни к чему хорошему тебя не приводит. Кстати, вчера ушел из Дискорда, а мы говорили о том, как сложно убивать людей. Я не хотел это слушать, так что правильно, что я ушел. Юра еще на работу сразу сбежал. Вот этот, ну какой же он тупой, боже. Вот с Ганом стоял. Куда этот дебил дропнулся? О боже, он даже не смог на горку дропнуться. Типи. Ну как? Ой. Добро пожаловать. Насколько надо быть тупым, чтобы на горку промазать? Она же не маленькая, кажется. Ну как можно промазать? И промазал с дропом, надо же. Красный аутист, зеленый аутист, синий определенно аутист. Ну, а мохнат что? Я не знаю, что там мохнатый. Делаем ставки, кто быстрее слез, мохнатка или киборан. Чем разве это достойный противник Сит? Нет, не могу на этого дебила смотреть. Который... Он мне фазит. Глаза болят, да? Это не то, что глаза болят. Потекают скорее. Да, Мин, смотришь на него, и рейтинг так уменьшается, уменьшается. Да? Нет. Просто чувствуешь, как будто, ну, реально юродивый в игру зашел. Почему, непонятно. Зачем? Тем временем 1100 завалил 1400. Ну, так я же ему гамку апал, ну, донатил, точнее, не был. Ну, хотя, в принципе, ты обгонкома умер недавно. Обгомункула. Мохнатого. Не. Что, нет? Не он же. Мохнатый. А не он же. Что, мохнатый что ли был против тебя тогда? Да. Ну ладно. Да меня там обманули просто. Всё. Поверил союзникам, а не предали. Нет, поверил зрителям на стриме. Тогда ладно, объясняй.
Лучше я такой ошибки не совершу, конечно, да. Кстати, чтобы завод сразу же начал строить, ты же там понимаешь, что надо ему приказ отдать? Я понимаешь. Саная мохнатая дрянь. Издевается, что ли? Никаких пингов не было, ничего, просто сдох. Хорошо, что я не играю. Даже себе, мне можно. Ну какого хрена? Против меня всегда идет ВК, а тут пошел в говно какое-то. И сдох. Вообще все сводится к тому, что страх либо у тебя нет юнитов, либо у тебя нет эко. Мусит придерет. Вот он решил, что лучше, что не было эко. Бедный мохнатка. Бедный. Это я бедный. Мохнатка типи. Просто прилетел Янус. Ничего особенного, его просто пропустили. А как его можно было заметить? Да, действительно. 14 кило, неплохо. Этот пиши 500 на минуточку, ведь ты один эйр немножечко нельзя сделать. Немножечко. Ты на минуточку вообще ни черто. Эй, я делаю, ты один эйр. Ой, Санина еще сейчас сдохнет. Ну куда оно идет на него? Ну если мозгов-то нет, ну почему оно на него идет? Да. Зачем они? Тебе говорят, что ты добрая душа. Кто? Да, это в Дискорде сидящий. Скоро сидеть не только в Дискорде. Я лучше сегодня в Дискорде посижу. Ты почему ты не переставишь мех? Это же выгодно. Конченый упырь. Саная махнадрантка. Еще один дебил. Боже. Ну почему они такие тупые? Сейчас, посмотри, Азот, буду перестраивать. Внимание. Ну и где этот урод? Так у него же фул хп, он охренеешь. Этот скотина просто сдох, как дебил, получается. Ой, целище. Никто даже базу занять не хочет, а им бесплатно дают, а они не понимают, что их надо даже занять. Принимаю. Таких, да.
Чё там мне кто передаёт, ты говорил? В Дискорде. Идеющий человек. Какой ещё человек? Я не могу произнести этот ник, это слишком сложно. Ты даже уже ники не можешь произнести? Спять? Ну... Кончился Бархан в итоге. Да он конч. Да, ты прав. Кончился. А почему он кончился? В итоге. Ты делаешь разведку? Да, редко, а что? Ну это плохо вроде, не? Не знаю, вот меня скутят. А почему мои союзники вообще ничего не делают? Это неплохо? Ну, ты сам заходишь к тысячникам. Это что знаю, это они ко мне заходят. Они я к ним захожу. Где у меня скаут? Кончились? Радар бы сделан, либо хотя бы. Почему я-то должен что-то делать? Пусть другие что-то делают. Ты ж 2К, Ирфи. Да какая разница, сколько я ка? Это не значит, что я хочу все делать. Все сам. Нет, конечно. Массы нет. Рекламит один ген. А, так их мало. Много не даст, ну ладно, хоть что-то. Паркулечки мои. Здесь интереснее. Чем где? У тебя на стриме. Блин, я им помогаю, блин, игру выигрывать. Они вообще даже энергию не скидывают, уроды. Ни масса, ни энергии не кидает совсем. Так нет, блин, ну а чё? Я вроде стараюсь, им всё пофиг. Холопы опять ничего не делают. Руинит с самого начала. Прям как Бархан, да. Я руинит. Смотри, что один завод на меду, рекламишь массу, которую там оставил. Где мой дран? Драный. Это, ты говорил скаутить надо? Это самое время. Кто там сопит опять? Ложкой или чем-то? Я кушаю.
Это ты пришел сюда кушать, что ли? Да. Ну это неадекватно. Все, все, если буду есть, продолжать, то без мика. Классный баланс ресурсов, кстати. Так, привет. У дебилов, говорю, ничего нет. Обычно перетекает хотя бы что-то. Ах, у этих вообще ни хрена. Ни массы, ни энергии. Так я ж не виноват, что у меня пол команды окочурилось. Да, не виноват, это не спорю. Во, решил один пойти сдохнуть. Все хорошо у него слишком было. Я тебе контент делаю, чтоб ты заточил потом. Да мне твой конь не нужен. Этиан. Там Аир летит сверху. Я видел. Он просто так летит, я думаю. Если ты говоришь, что у тебя энергии нет, а карбонки это самый дешевый способ получить. Да энергию. Не хочу я карбонки делать, они мне не нравятся. Карбонки вроде же как. Вархан опять снимает. Но пока я двоих снайпил, этот там мехи апал. Они выгоднее, чем тот реген, чтоб ты понимал. Он уже пишет, что я сливаю. Чтоб ты понимал, я не буду их делать, я тебе объяснил. Пусть дебилы делают. Они должны что-то делать. Он пусть карбонки тогда делает. Аккумулятор отделай. У меня один есть. Как? Один-то мало. Это один все, что я могу себе позволить. На 12 тысяч масс. Блин, Бархан, ты что ты хочешь? Да. Ты охренел? В смысле, что я такого сказал? Сделать из радара разведку, ну твоим же союзникам хуже от этого. Так они почему сами тупые с Аирка не могут сделать? Ты издеваешься, что ли? Они сами не могут. Дебилы. Тупорылые, хочешь сказать они. Смотри, у них мозгов нет, так что ты должен им помогать. Трагедия. Просто смотрю на этих и больно. Тем временем на горке у голубого один мехи. У меня на горке-то один. Но не обойдется. У него нет. Этот сейчас и просрет такое ощущение. Кончит. Найти не может, это вас скоро пойти не вернуть. Здорово. Там BP вделывает, да.
Чем он занят? Эдакван драный. Ну чё, мне уже в атафаке надо начинать писать, что это за хрень происходит. Снова и снова и снова. Думаю, да. Но они не понимают, что игра началась. Идиоты. Господи. Он как бархан, а? Я не настолько сливной. Ты... А насколько ты сливной? Ну, я вам экономику хотя бы делаю. Хотя бы. Ты хотя бы так думаешь, но это не знаешь, что. Послушай, ты... я экспу построил. Какую? В последней игре. И кто-то. Ага, и послал ее во что? Ну, над этим еще можно потренироваться, ну хотя бы. Посылать? Еще круче заносить, еще дальше. Да. Ну потренируйся. Короче, там говорили идти, не идти, я как бы. Вес сказали, когда идти и когда не идти. И то тебе нужно время, чтобы развернуться. Вот мое оправдание. Сколько времени нужно твоей Тоти? Много. IQ сколько тебе надо, чтобы развернуться? Сколько имеется. И сколько же у тебя имелось на тот момент? 119. Чего? IQ. Энергии? IQ. Понимаю, при чем ты... 12 энергии еще больше. Азот, ты счастлив? Я разведаю. Азот, ты здесь вроде нет. Блин, Азот не счастлив. Да их сейчас пронесут, они ж тупые совсем. Скажите, ну басы на каком моменте заканчивается спам Т1 НЖ? На каком? Ну, не мне ж подсказать, а вот в чате пишут. Кто у нас тут 2К? Это не знаю. Меня не оповещают. Ну, он без плюсика написал. Чем 2К вообще? 2К должен отдыхать, пока другие холопы что-то делают. Разве не так? Ясно, ясно. Мнение Сида про 2К. А что? Для чего мне 2К? Чтобы работать, что ли? Нет? Чтобы тащить? Нет? Нет, конечно.
Пусть другие тащат, а я должен отдыхать. Вот серьезно. Ясно, ясно. А что неясного-то? Как может быть это неясно? У меня было другое немножко мнение про это. Да у тебя всегда неправильное мнение, Вархан. Мы это выяснили. Если неправильное, но другое. Но другое, потому что... Но неправильно, во-первых. Я думаю, что 2К должны как бы... Тебе не надо думать, я тебе еще раз повторю. Подумай за тебя. Надо мне думать. И к чему это приводит? А, к развитию. Ну, в твоем случае это не так. Я думаю, что это так. Тебе не надо думать. Еще раз повторю. Ты что-то не понимаешь, что ли? Бархан, за тебя подумают. И лучше, и быстрее. Я все-таки думаю, что надо. Не, он опять думает. Конечно, синий молодец, так кирпичи поставил. Да, давайте еще подъебный отзыв. Вот красный не может подвести снайперов, тем не менее. Ой, криво как все. Удивительно, как там тактички залетают на эту горку? Ну, удивительно. Ой, братка. Давно я не скаутил, надо бы. А то Азот будет волноваться. Господи, я же страты направо... О, бегает. Но мне не хватает. Да. Возьми. Если он уже этих стак производит. Уже несколько стак. Красному можно подарить пару тысяч массовых колоссов. И кто ему будет дарить, по-твоему? Ну, у тебя почти что перелив. Почти. У тебя в хранилищах новых.
Тебе не надо считать чужую массу. Что за этот? Нельзя считать чужую массу. Сид, кто, по твоему мнению, самый лучший тиммейт? Покуджи был. Я это запомню. Что ты запомнишь? Что нельзя считать чужую массу. Ты точно сможешь что-то запомнить? Да, да. Вкорячивается. О, вкорячивается. О! Хорошо. Ну вот он, 2К мув. Стоит желтым. Да реально, это гениальный мув по мне так. Какой мув? Пускаешь нюку, заставляешь желтого бежать, он убегает из-под щитов, убиваешь его стратами. Мне это очень нравится. Правильно. Мне должно это нравиться. Но Сид все равно любит катать с конфеткой, я сделаю так, что ты снова будешь шипеть. Это гейм. Да конфетка странный какой-то тип. Не знаю. Неадекватный, как Бархан, Купут. Они нестабильные. Более-менее адекватный.